Всем хай, танкеры, Злобин на связи. Многострадальный ивент час пик мною пройден, как вы можете заметить. Забрал я мастеров, кто был на стримах, всем спасибо. Добил 3 мастера сейчас довольно-таки быстро. Вот первый с Колобановым. А, ну, остальные мы не увидим. Видим, а нет, увидим, вот. То есть, буквально за часик сделал 3 мастера. Забрал все награды практически. И сейчас моя задача в этом видео максимально быстро дойти от премиум танка 5 уровня до 10. Потому что у меня практически все есть. С первого ящика, если что, мне выпал Эксельсиор. Единственный золотой танк, которого у меня не было. Ну, не считая Чинукая, да? То есть шанс 6%, он мне выпал. Надеюсь, сейчас мне не выпадет ни Чинукай, ни 3 голубеньких коллекционных танка. Потому что что? Правильно, мы пытаемся дойти до десяточки. Если нет, то вы это видео не увидите. Матильда Блэк Принц. Сюда она есть. Забираем. Нам дают контейнер 6 уровня. Супер. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Тайп есть. Пудель есть. Пантера есть. Сентинел есть. Ток-2 есть. Кромвель Б, конечно же, есть. Дикермакс есть. Тигр есть. Фазик есть. Стерва. Черчилль. Фьюри, по-моему, у меня нет. Шерман Лозы. То есть у меня нет только Фьюри. Только Фьюри нет. Или уже есть, подождите, возможно, уже есть. Нет, здесь на этом аккаунте нет. Окей, надеюсь, мне не выпадет Фьюри, мы доберемся до 7 уровня, пожалуйста. Пудель, супер, пудель, есть, 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 7 уровень, парни, парни. Так, здесь смотрим, что у нас есть. Тайпуха есть, МХ есть, АТ-15А, Е-25, ВКшка, Пантера, Франкенштанг, Дракула, М4, Ликан, Уничтожитель, Хелсинг, Возопылающий, ПВшка, Т-28, Игл, Гусь, Т-23, ИСУ, ИС-2, Т-44. Так, здесь у меня есть все, кроме Могильщика и Крушителя, которые у меня проданы. Они у меня были, но сейчас проданы. Посмотрите, как... То есть мне нужно, чтобы прокнуло... Сколько? 92%? 92% вместо 8. Пожалуйста. И это... ИСУ-122С. Супер, супер. Так, восьмерочка. Ребят, премиум танк 8 уровня. Дошли. Так, Type 59, ВЗ-111 у меня нет, у меня его нет. Т-34-3 есть, 112 ледяной, 59 паттон, ВАЗик, ВАЗик. Шкода Т-27, по-моему, на этом аккаунте есть. Прога есть, Эмиль есть. Лорка, Сидюк. Дефендера у меня нет, АМХ Дефендер. Револьвера тоже нет, Самуа есть. Но тут, кстати, довольно-таки много нет танков, но их тут вообще... Я даже не буду перечислять, их тут очень много. Но золотых премиум танков 8 уровня у меня, давайте, чтобы быть честным, 53 штуки. 53, то есть довольно-таки много, и я надеюсь, что нам это поможет. Что ж, 8 уровень, давайте, пожалуйста. По-моему, у меня его не было. Да, у меня его не было. Так, что это? Средний танк, Т-95 Е2, да, не было. Не дошел до десятки, зря потел в ивент. Короче, ребята, как-то так, пишите, что у вас. Наверное, это видео все-таки выложу. Дошли до 8 уровня. Очень жаль, что здесь у меня в первом ящике выпал Эксельсиор, который... Ну, в общем-то, да. Ну, что ж, теперь у меня зато 54 премиум танка 8 уровня. Очень круто. На этом танке, скорее всего, не сыграю ни одного боя. Ну и ладно. Пишите, как вы справились с ивентом, что вам выпало, докуда дошло, докуда вы смогли дойти в этих контейнерах крутых. Реально крутых, но немножко не повезло. Вот девятки золотые все есть. Понятно, коллекционные проданы. Но, я думаю, тоже был шанс, и десятки у меня все проданы, поэтому я и собирался вернуть, но на нет и сюда нет. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал и напишите в комментарии, как для вас прошел этот ивент. Тяжело ли вам давались мастеры, потому что мне, так как я не люблю играть на 6 уровне, не супер легко они давались. Все, всем еще раз большое спасибо и увидимся в следующих видео, пока.